Ну вот мы с Гошей вот так сидим, вот вестерны смотрим, старые американские. Он нас переживает, когда там стреляют. Вон. Сиди, сиди, отдыхай, кондиционер работает. Чего тебе не хватает-то? Вот. О, сейчас начну стрелять. Он любит стреляет, когда. Ну, черное облако там. А? Ну ничего, ты еще не умер. Да. Лежит вот так вот. Мне не нужна твоя помощь. Вообще, Нужна. У меня приказ следить за чем тобой, больше защищать вы тебя. будете узнавать животных, Столько крику из-за такой тем больше собаки. вы будете это Ты самое. трус, вот ты кому. Говорят, чем больше я узнаю Трус. это Тогда собак, этого тем никогда больше мне не добиться. нравится. Как это говорят, узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Так же вот Эй, видите, как он молодой, добудись. сидит Подожди такой, с ним время, можно пока он беседовать, он не Ты перебивает, средство уборки слушает. пола. Даже за все деньги мира ты не сможешь выбраться отсюда. Вот. Но любит под Сержант, кондиционером убейте сидеть сержанта. Прочитайте. и Это смотреть организация фильмы. продажи карабинов. Это Да, фирма, Гоша, которая вошла в скажи. облако оружия. Он, Оружие смотри, из какой такого у него оружия уже стреляют все. убийцы. Он Они же в него почти просто. килограммчик Прикинь, есть сколько они уже. весят. Уходим. А. Или попробуй Сейчас попасть в номер арбузик еще своего поешь, агента. да? Что такое? Он торговец оружием. Если он Любит это расскажет, его что ему место угрожает, рядом со мной, вот вашему так вот. конец. Но когда уже покушает, покакает все, чтобы здесь ничего не гадил. И вот такой бумажечку, листочек какой-нибудь с какой-нибудь книжки. Вот, и все. И сидит ему хорошо. Вот так вот. Вот так вот. В жаре надо спасаться под кондиционером. Быстренько утром в море. Пошел, нырнул. Пришел потом под кондиционером. Сейчас до 10 августа вот так будет. Вот. А после 10 августа начнет уже спад вниз. Более-менее уже начнет Пошел к это. облако. Вот. И вечером Пошел еще к раз. облако. Вот такие дела. Черное облако. Вот. Черное облако. Все, черное облако пошел. По Ютубу вот это и люблю, смотрят вестерны. Старые американские, они вообще хорошие. И наши, советские, старые фильмы. И Гоша тоже их любит. Да, Гоша, мы с тобой вообще оба как бы консерваторы старых этих, таких, этих любим, да? Все попили. Вот такие дела, ребята. Сержант Крейг. Всех вам благ. Отдыхайте. Это все, что осталось.